России, Дагестан. Сөйлей Маачкала. Таң яхшы болсун, хурметли радио тыңдаучулар. Сизин үчүн кумук тилде үрлеген берилишлерни башлайбыз. Эфирде Яңылыклар деген баялык программа. Яңылыклар деген баялык программа Маачкалада Вести каналыны 100.3 FM, Радио России каналыны 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Хасавюрт шаарда 101 FM радио толкунуна үрүлө. Микрофонун алдына редактор Нүхей Баматова, режиссер Аида Хасанова. Дагыстандын полиция кулукчуларына, улан арасына, Хастау операциянын уртакчыларына, ведомствонун ветераларына, өлген ихтиярлар яклаучуларына, юук дос кардашларына яңы квартирлерин ачкычлары тапшырылган. Шулай сыйлы саугат 141 адамга берилген. Хас Ахулатта Дагыстан башчысы Сергей Меликов, Россияны иш-иштер министрлигини Темиргазык Кавказ Федерал округдагы баш управлениясынын начальниги Сергей Бачуринне ортакчылык эткен. Насиплени арасында Гүлпери Керейханова да бар. Ол узак жылдар бою иш-иштер органдарда иштеген. Сегодня поздравляю всех коллег моих, которые получают квартиру, такой знаменательный, запоминающий день на всю жизнь. Шикарный ремонт. Все там так оборудовано. Ванные комнаты, кухня там, что положено тоже, печка, умывальник, балконы застекленные, везде кафель. Своими усилиями, наверное, это трудно будет даже самим такой ремонт произвести. Очень довольны и очень приятно. Дагыстандын укуматына, Дагыстан Республиканын укуматына председателинин биринки заместители Руслан Алиевдин жолбашчылыгы менен тыш агуулатларын эсепке алып, республиканын экономикасын жоруктук үйдө өстүрүү менен татмин этмек үчүн оператив штабына кеңеш өткөрүлгөн. Жыйынын барышында ал хакимликтин органдарынын вакилдери ватандаштардын чакырууларына эткен тергөөнү сан жанына баа берген. Соңна оператив жыйыны барышында тергеу берилген асыл масалалардын арасына 2024 жылда региондо исполнительный хакимлигинин органдары бюджет акчаларын каржылоонун планына, шулай да юртланыу жана юрт жагаларынын социал экономика өсүүнү болжолдон алдагы планларын иштетүүнү хакындагы масалалар кире. Оператив штабынын кеңешинин өлчөмүнө социал байлоолордон таба ватандаштардын чакырууларына хакимликтин органдары эткен тергөөнү акындагы доклад булан Дагыстан Республиканын башчысынын укуматынын администрациясынын жолбашчысынын заместители баялык политиканы жана пресс-кулуктун управлениясынын начальниги Рашид Акавов чыгып сөйлөгөн. Ол эскергени эмик Саулай Республикада кеткен жумада ватандаштардын эсепке алынган чакырууларынын умуми санабы 3486 тең мула. Шону арасынан чакырууларынын 70% энергия күч план татмин этүүгө байлаулуу. Чакырууларынын натыйжаларына көрө энергетика тармактагы хал четим масала күйүнө саклана. Дагыстан Республиканын укуматынын асуу масаласы республиканы социал жактан асуу деп саналаган каржыны толук үйдө акча булан татмин этүү санала. Оператив жыйынын барышында шо масалага байлаулуу доклад булан республиканын финанс иштер министри Шамиль Дабишев доклад эткен. Дагыстан республиканын юрт хозяйствосуна сурсат иштеге карайган министри Мухтарбий Аджеков юртланы социал экономика өсүүнүн планлары хакында чыгып сөйлөгөн. Дагыстан республиканын жамият палатасынын члендери Маамат Арипов ва Маамат Расул Сулейманов инсаплы юк булан Украинада Хастау операция жүрүлгөн жерде болгон. Жамият палатанын пресс-кулугунан баялык агенттикке билдиргени эмик, олар инсаплы көмөкүн жетиштирип республикага кайтканлар. Ондон алда Дагыстан республиканын милли политикага жана дин иштерге карайган министрлигини янын тутуу булан Хастау операциянын ортакчылары жана Новороссияны ватандаштары үчүн Дагыстандан кезекли инсаплы малны Украинага иберүүнүн масалаларына багышланып жыйын өткөрүлгөн. Жетиштирилген инсаплы мал Луганскидеги ва Запорожьедеги яштар үйлөрү үчүн керектүү жаңы жылгы саугаттардан курулган. Инсаплы малдын арасында дагы кулукчулар үчүн ашамлык маллар, исси опраклар,
тазалыкны болдурмак үчүн керектүү алатлар ва узукта окуучу жаштагы кагаздары бар, деп билдирилген Жамият палатанын пресс-кулугунан. Инсаплы көмек азырлоодо Машкала, Хасавюрт шаарларын, Цумада ва Кызыл Юрт районунун школаларын, педагогика коллективдери, ата-аналар комитеттери ва окуучулары ортакчылык кылган. Белгилүү композитор Мурат Кажылаевдин туулган күнүнө жалгыз анын дос-кардаштары түгүл, маэстраны Пахмусун сүйгөндөр да эске алалар. Ал жарык ва кужурлуу жашоо сүргөн, өзүн классика ва халк күйүн жаратууда, музыкада, кино ва дирижер инче саниятта көрсөтмө бажарган. Арттагы жылдын ичинде Мурат Махамматович Кажылаев Пахмулу жаштарын өстүрмөк үчүн хас школада куруп, олага өзүнүн билимин ва улуу сынавын бере болгон. Набисад было всего 5 лет, когда она перешагнула порог удивительного места – детища Мурада Кажылаева, школы искусств для особо одаренных детей. В том, что малышка обладает талантом, здесь определили сразу. У опытных педагогов наметан глаз на скрытые творческие жемчужины. Вот уже 6 лет Набисад оттачивает свое мастерство по классу фортепиано. Мурат Магомедович, к вам приходил на занятия когда? На занятия хора он приходил, он слушал нас, как мы поем. Если надо, исправлял, говорил, где тише, где громче надо играть. Хорошо ли мы играем? Таких, как Набисад, скромных, еще не ограненных алмазов, в школе учатся 245 детей. Лучшие из них в день рождения Мурада Кажылаева исполняют его известные произведения. Бок о бок с ребятами на сцене и педагоги кузницы талантов. Фрагменты из «Горянки», сентиментального романса, балета «Имам Шамиль» наполняют своды школы присутствием самого маэстро. Кажется, что Мурат Магомедович никуда и не уходил. Он живет в своих бессмертных творениях. Этом имени великом я узнала еще с самого детства. Я училась в Средней Азии, в Ашхабаде, в спецшколе. И ансамбль скрипачей исполнял пьесу «Снова в горы». И живя там, в Средней Азии, мама всегда мне и моему брату говорила: «Гордитесь, это наш земляк, наш лакец Мурат Магомедович Кажылаев». Ну, это было, конечно, удовольствие играть самому мэтру, потому что у него музыка замечательная на самом деле. И мы получали большое удовольствие, играя его музыку, а тем более ему. И вот эти ценные замечания, которые он нам делал в процессе работы, конечно, останутся с нами на всю жизнь, и мы их будем передавать своим ученикам. За 15 лет работы школа искусств для особо одаренных детей воспитала большое количество талантливых и достойных учеников. Здесь помнят и чтят заветы Мурада Магомедовича и стараются передать историческую память будущим поколениям. Мы каждый год проводим фестиваль на лучшее исполнение дагестанского композитора региональный и через год международный. До сих пор мы проводили это фестиваль, я надеюсь, и дальше будем продолжать дело Мурата Магомедовича, потому что для него было это очень важно. Совместно с руководством республики и семьей маэстро формируется план событий по увековечиванию памяти Мурада Кажылаева. В него вошли и январские музыкальные вечера композитора, которые будут проходить во всех уголках Дагестана. Кроме того, на базе школы будет создан мемориальный кабинет-музей. Здесь будут собраны уникальные экспонаты, это и фотографии, и документы из личного архива композитора, и личные вещи композитора. И, безусловно, каждый желающий, а мы планируем выстроить работу так, что в музее могут посетить все, кто хотят познакомиться с творчеством, жизнью Мурата Кажылаева, все смогут проследить вот этот блистательный путь дагестанского маэстро. Окунуться в атмосферу кажылаевской одухотворенности можно будет и с помощью лекций, концертов, экскурсий и просветительских проектов. Все они также пройдут в память о выдающемся композиторе. Дагыстан Ахлюну Йылына азиллик көре. 2024 жылда 120-дан артык улуу чаралар өткөрмөгө көз алгаттылган. Республиканын вице-премьери Абдурахман Махмутов биринчи кезекли масааларын арага салып ойлошмак үчүн ишчи группаны жыйынын өткөргөн. Шо масааларынын арасында адаттуу ахлю байлыктарын халкынын арасына жайуу да бар.
Дагыстанна Ахлюны йылын хас күйде ачылу көп яшары уланы ата аналаны, заматчыланы ва хас тау операцияны ортакчыларыны ахлюлерин чакыруу булан өткөрүлөчөк. В соответствии с указом президента Российской Федерации номер 875, код 2024 объявлен годом семьи. Поэтому на федеральном уровне подготовлен перечень мероприятий, приуроченных к этому году. И мы на республиканском уровне подготовили предварительный перечень мероприятий, которые мы сегодня будем обсуждать. Москвада Россия деген выставканы өлчөүнө жүрлеген кичи ватаным, Россияны күчү деген бүтүн Россия форумуна 200 артык улуу санаудагы делегация ортакчылык этти. Баарда ортакчылык этегенлерин санау улкени 89 региондун муниципалитеттеринен келген 7000 вакилге тең. Форумнун ишчи программасына лакырлашуулар, дөгерек столлар, проектлерин презентациялары ва федерал хакимликтин вакиллери булаңы жолугуулар кире. Дагыстан делегациянын арасында Маш кала шаарынын мэри Юсуп Умав да бар. Сегодня традиции дают толчок, возможность развития в целом и экономики, и социальных направлениях развития. Это очень важная, как бы, тема, очень важная. И для Дагестана, для Махачкалы, я считаю, тоже актуальная тема, это наша тема. Дагыстан пачалык педагогика университетини чебер иш көрөгөн графика факультетине яңыдан бюджет жерлер жаратылган. Ошону үчүн Дагыстандын башчысы Сергей Меликов касеткен. Буйылны яй убактысында ошо факультетке студенттер кабыл этилме башташак. На четвертом курсе отделения живописи, где учится Дигиева Амина, всего 6 человек, и они считают себя везучими. Мы, получается, сейчас самый младший курс, 4-й. После нас на 50 лет набора вообще не было. Бюджетные места по направлениям живопись, графика и скульптура на факультете упразднили в 2019 году. Но теперь в педуниверситете наступило время возрождения. И в этом году на эти специальности вновь начнется набор абитуриентов. Руководитель региона лично ходатайствовал об этом в федеральном центре. Мы наконец вернули свои бюджетные места. Это все-таки заслуга большая главы республики Меликова Сергея Алимовича. Активно должна быть заинтересована, конечно, республика, потому что мы получаем хороших художников-профессионалов в этом направлении. А каждый специалист, выпускник этих направлений, они вообще-то, это вообще-то ценность для республики в целом. Поначалу, если заглянуть в историю, вуз готовил только педагогов. Это уже потом, спустя более 40 лет, живопись, графика, скульптура, дизайн костюма, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы пополнили копилку университета. С тех пор творческие люди не только с нашего, но и соседних регионов устремились в Дагестан за творческими знаниями. Халилова Лейла с детства мечтала рисовать. С самого детства у меня были такие вот, у меня было увлечение, так хобби, рисование, я решила связать свое будущее, так скажем, с творчеством. И вот узнала, что у нас есть такая возможность поступить в Дагестане, в Махачкале, недалеко от дома. Я поступила на художественно-графический факультет после школы. Это было очень так... Мне очень повезло, так как в основном на специалитет приглашают людей из училища. Работа над учебной постановкой «Голова натурщика» требует особенного внимания. По ней в том числе предстоит экзаменационный просмотр. Мы изучаем анатомию с 1 по 3 курс. У нас идет рисунок учебной постановки. Мы рисуем различные части тела, так скажем, суставы, кости. И у нас как бы уже глаз, так скажем, наметан. И мы вот стараемся уловить характер человека, чтобы... было узнаваемо, так скажем, передать основные такую, как сказать, изюминку человека. Москва, Санкт-Петербург, Красноярск — в стране крупных вузов, которые готовят молодых художников высокого уровня, не так много. И это лишь одна из причин, почему республика заинтересована в этом вопросе. Мы уже почти закончили работу. Это существует в некоторых регионах, но Дагестан в таком аспекте представляется мощно. Сегодня можно говорить о молодом искусстве республики. Именно выпускниках этого факультета они уже заявили о себя и в всероссийском, естественно, в регионе здесь. Они заявили себя вообще вот на этих выставочных площадках, проектах очень активно.
культура Дагестана состоит из большой плеяды заслуженных художников и деятелей искусств, известных далеко за ее пределами. И чтобы она не оборвалась, знания нужно передавать молодым. Именно это сейчас происходит в печатной графической мастерской. Со студентами работает профессор кафедры живописи. Перед нами учебное программное задание воспитанницы 4 курса Нины Каймарасовой. По материалам летнего пленэра она решила выполнить такую замечательную гравюру. Две печатные формы, два куска линолеума, на котором вырезается рисунок и, соответственно, накладывается. Причем в зеркалке рисунок. С 1971 года художественно-графический факультет выпустил более 2500 творческих специалистов разных направлений. И здесь уверены, история не будет прервана, пока на разных уровнях, в том числе власти, есть неравнодушные люди. Шуны булан, бүгүнгү яңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.